Итак, 10-й бой сегодняшнего бойцовского вечера. Амин Гасымов в перчатках с красным скотчем и Амир Макушев в перчатках с синим скотчем. Большая разница в профессиональном опыте между этими спортсменами. Но неплохо начинает действовать Макушев. Легок на руках, хорошо работает на отходе. Гасымов поддавливает его к клетке. Жесточайшее попадание с правой. И Гасымов. Пришел к вам через 38 секунд первого раунда техническим нокаутом. Добивание. Победу одержал Амин Талаш Гасымов, Азербайджан.